Привет, это Реборн. Продолжаем делать реакцию на анимацию. Сегодня у нас на очереди аниматор Найс. У него вышел новый видосик, называется «Мой школьный хулиган». Если честно, немного странное название, как будто у него был личный хулиган, он его выпускал из кармана, и он начинал гоповать деньги. Ну ладно, давайте посмотрим. Надеюсь, будет весело так же, как у предыдущих всех аниматоров. Погнали. Школьные хулиганы. Тема столь же вечная, как срок годности киевской сырокопченой в магазине возле моего дома. Да. Такое бывает. Каждым годом становишься все лучше, детка. Спасибо. Нормально. Слушай, блин, а вот уже нравится. Я, по-моему, не смотрел ни одной его анимации. Здесь нарисовано прям очень классно. Еще так аутентично, как будто на клетчатой тетрадочке. Вообще классно. Господи. Потому что в школе всегда кто-то будет больше вас, тупее, злее, неблагополучнее. Да? И дабы да? самоутвердиться, использовать свою силочку богатырскую. Богатырскую, блин. Дело. Блядь. И пусть я был хорош... Силушка плевка. ...другом для всех у меня тоже был мой личный хулиган. И хотя он был достоянием всего класса, прям твой личный, больше да? внимания он все равно уделял мне. Я прекрасно понимаю. Такое же было. Даже несколько, наверное, было. Но они, правда, были не личные, ну ладно. Хитрый, как стая крыс. Здоровый, как скала Джонсонс Бэйби. Гроза Джонсонс Бэйби. Веский повод не ходить в школу, заменяя реальное имя на... Джонатан Жесткий. Это отсылка к Джо-Джо была, я правда не смотрел. Соло хулигана эпического уровня. Почему у него жопа вместо подбородка? У него были помощники, которые могут вписаться за кипиш, так сказать, брат за брата. Оливье. Кончилось. Блин. Джонатан подходил к оскорблениям с высокой точностью, ну-ка. Подбирая слова, как бог. Дырка в штанах. Дырявый. Очки офигенно. Носишь. Очкарицы. Офигенно. Светлые волосы. Сивый. И... Офигенно. И... Слышь ты, дву... Фантазия, уровень бог. Ноги. Я назвал его двуногим, потому что у него две ноги. Ладно. Лох. А еще я сниму твои трусы и одену себе их на голову. Что? Потом себе? Потом буду бегать по всей школе. Чё? До этого он сказал то, что этот чувак был хитрым. Если честно, как-то не вяжется его тупость и хитрость. И что? Буду кричать, что ты беструсовый лох. Да, ну и бред. Я надеюсь, это было в третьем классе. Ну потому что для старшеклассников это как-то ну совсем тупо. Будет знать. И самое обидное, что бы он ни делал, ему все сходило с рук. Потому что почему? По щелчку он мог перевоплотиться из этого в это. И красноречиво ответить, как и почему это должно было произойти. Ты почему кинулся портфелем в Артема? Ну знаете, мадам. Тут мадам. Вопрос в другом. Кто мы в этом одиноком мире? Мы всего лишь... Ну да, теперь я понимаю, почему он хитрый. Какая-то странная херня, как это в одном человеке могут жить две такие личности разные. Очень странно. Крупинки, маленькие зернышки на... Ага, все, теперь точно гопник. Ладони вселенной. Почему уши сувам в уши? Оу, щит, Джонатан, я все поняла, я все осознала, прости меня, глупую. Да, все было в ритме полного маразма, но это работало. Я всегда максимально старался избегать каких-то жестких конфликтов с ним, потому что я частенько наблюдал, как он при любой возможности с особой жестокостью выбивал дерьмо из детей куда меньше. Но это называется «я боялся». Ну, типа, зачем стесняться этого слова, да? Его. Но черт меня дернул встрять, когда не надо. Наблюдая картину, как... Видите? Решил защитить. Ну-ка, интересно, что будет дальше. Он отрабатывает удары на плече самого доброго парня моего класса. И все ржут, я сказал. Только над слабыми и можешь издеваться, да? Триггер. Пока он бежал в мою сторону, я успел пожалеть о сказанном тысячу раз. Понимаю, было такое, по-моему, тоже. Если я правильно помню. О, господи! Что с памятью? Меньше, но отступать было некуда. Я смотрел на него снизу вверх, со взглядом полной уверенности и злости. Я подумал, что сейчас будет лютейший замес, при том, что справедливость на моей стороне. В классе тишина. Вот этот момент! Я сжимаю кулаки и резко встаю! Да! Я и понял, что значит выражение почернело перед глазами. Я почувствовал только первые три удара, но там их было на пару десятков. Нифига себе, это он делал все в классе, его никто не остановил.
Вот это терпилы! Больше. Он бил, не сдерживаясь, с такой силой, что кто-то из одноклассниц всплакнул, подумав, что это конец. Господь, я что, умер? Нет, сын мой. Хуже. Ты вубер. А? Говорю сразу, окна не открываются, а блевотиной пахнет. Почему? А? Правильно. Че за фигня? Потому что я в говно. Погнали. Че за фигня? Я сейчас не понял, к чему это была вставка. Это немножко обидно. Бы рассказать про эту училку. Мое лицо было... Не вздумай рассказать об этом училке. Что случилось с твоим лицом? Я упал. Типа, да, отмазка века. Мясо. Могло показаться, что я участвовал в какой-то серьезной потасовке с погрузочным краном. Всего лишь могло показаться, да. И, естественно, когда вошла учительница и увидела меня, она, мягко говоря... Ой, какой красавчик. Я была в шоке. Потому что 15 минут назад я был цел. Она начала выяснять, кто это сделал. И под подозрением были многие, но при этом все молчали. Но я не мог допустить, чтобы обвинили не того. И я просто сделал то, о чем попросил меня Джонатан. Ну-ка. Я ничего не сказал. А просто смотрел на него. Эх, а я бы сказал, типа, он. А чё бы нет-то? Ему бы прилетело, было бы весело. Улыбочкой. Всё. Ой, офигенно. Там Джим Керри. Учительница провела тонкий анализ моего взгляда и не... Тонкий анализ посредством матрицы? Нервное поведение Джонатана. Не смотри. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Не смотри. Что? Да, нас отправили к директору обоих. Меня, потому что я весь урок ничего не писал. Ну а чего ты хотела? У меня глаза были похожи на вареники. Джонатан скастовал свою магию освобождения. Муши-муши, сувам-вуши. И когда меня отправили домой, а его на урок, он остановил меня. Я подумал, что... ну. Ладно, чувак, больше тебя бить не буду, да? Сейчас я точно откинусь. Но он начал зачитывать какие-то странные текста из каких-то фильмов, причем сборник. Знаешь, что, двурукий, вот это все, что происходит с тобой, это тебя закаляет. В будущем ты будешь благодарен за все это. Никто не бьет так сильно, как жизнь. Че это за херня? А если ты любишь... Мне кажется, это какой-то старпер пришел в школу под видом ребенка и начал нравоучать его. Зачем? Терминатор, это ты? Я тебя раскусил. Пельмени! Да будь готов тарелку держать! Большая Чё? Сила, это... Большая ответственность, да, я знаю. А я хотел сказать маленькие яйца. Он только что сам себя сдал. А ты знаешь-то хоть почему я назвал тебя двуруким? Да, я угадаю. Потому что у меня две руки? У меня две руки? Нет! Халк, бля! Тетрадь не хватило места. Его слова хоть и были вялой попыткой извиниться, но в какой-то степени они отложились у меня в голове и сыграли свою роль. Какую? И знаете, к сожалению, могу рассказать вам спойлер всей жизни подобных ребят. Они, будучи взрослыми, если не сидят в тюрьме, то сидят на кое-чем похуже. Не, ну не у всех. А на этом все. Нет. И помните, если драка неизбежна, бейте первыми. Спасибо. С этим не могу не согласиться. Спасибо за просмотр, Амиго. Что могу сказать, друзья, блин, офигенная анимация получилась. Мне очень понравилась и рисовка, и стиль главного персонажа, и озвучка у него офигенная. Прям немножечко даже чем-то с индуком он дает. Прям понравился мне чувак. Я не помню, смотрел я его раньше или нет, но теперь буду обязательно делать на каждый его видос реакции. Так что, если вам она понравилась, ставьте лайки под видосиком, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под ним. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока!